мы вам расскажем и вас убедим о том, что надо отмечать День донской селедки. Он у нас идет 13-14 мая. Я понимаю, что вы не отмечали раньше этот день, скорее всего. И вообще селедка — это сомнительное какое-то мероприятие. Но я вам так скажу. У меня в жизни не было ни одного перелома. Мои кости очень крепкие. Именно потому, что я с самого детства употребляю селедку. Особенно в жареном виде. Вот именно на день донской селедки вы сможете себе не отказать в этом удовольствии. Одновременно получить и витамины, зарядиться позитивом и укрепить свои кости и суставы. Я понимаю, что селедка может плохо пахнуть, но вы заходили ли вы в парфюмерные магазины? Понюхайте один, второй запах. Они все мешаются, а пользы никакой. А селедка, это хоть и пахнет плохо, но она дает вам пользу. И вы, ну, на всю жизнь запомните этот праздник на природе. Вы будете, как говорится, заряжены не только позитивом, но и здоровьем на всю ближайший, на весь ближайший год. Так что обязательно день донской селедки 13-14 мая. Если что, я с вами. Если еще подумать немножечко и вспомнить, ведь не всегда так было, что на Дону ели селедку. В какой-то прекрасный момент один казак взял, значит, невод, как фиганул его в Дон, и давай доставать, и вот там выпала рыба. Он сначала не понял, что это. Ну, он как бы посмотрел, вроде бы акула, наверное, которая в сказках рассказывает, но не очень, вроде маленькая какая-то. Так вот, он думал ее как применить, там, засолить, замариновать, может, что-то еще. И тогда ему возникла вообще мысль такая крутая, отнести ее жене. Понятное дело, жена знает, что с ней делать, она женщина. Так вот, исходя из этой простой и незамысловатой логики, только подумайте, мы живем на Дону, да? Вот это наша душа казачья, идентичность наша, она просто бесконечная, абсолютно, точно. Никогда не понятно, в какой момент ты захочешь достать шашку и фигачить на галопа всем подряд. Это вообще неконтролируемый процесс, но там, где шашка, там же и доброта. Сразу стол накрыл, всех в гости позвал, а тут 13 мая. И как раз уже та самая жена жарит ту самую селедку. Ты приходишь из парфюмерного магазина, думаешь, подарю ей духи. А уже сам так пропахся со всех сторон этими духами, что он какой-то прям неродной. Жена встречает и уже догадывается, что сейчас его ожидает. А вот когда дверь открывается, и он, кажется, догадывается, что его ожидает день селедки. И вот эта гармония запахов, она приводит к безбашенным ощущениям потом. Каким ощущением? Феоричному сексу вечером. Очень. Это без этого никак. День селедки не обходится. Вот это причина. Рыба иногда играет очень важную роль в этом процессе. Но есть еще кое-что, что необходимо знать перед тем, как вы приступите к празднику селедки. Об этом Саша сейчас расскажет. Да. Я проводил маркетинговые исследования для нашего отдела продаж, да, и мы очень важно выяснили. Именно подумайте, вот когда, да, люди кушают селедку, вот что они делают в процессе этого, как они это делают, а вообще в принципе, а зачем они едят селедку, или почему они едят селедку, да, а если копнуть еще глубже, а кто эти люди, кто ест селедку, да, или вообще, зачем селедка миру? Или зачем мир селедка? И все эти вопросы привели меня к одному. Нам нужен самый лучший человек, который сможет донести все ответы людям. И этот человек Антон. Я Нова Промоутер. Здравствуйте. И когда день селедки? 13 мая. Что мы любим делать на день селедки? Есть селедку. Когда мы голодные? Селедка. И теперь самое мое любимое, повторяйте за мной. Раз, два, три, четыре. Раз. Разбомни, да? Ничего не слышно рядом с нами. А потому что вы не едите селедку. Сейчас очень тихо. Сейчас очень тихо, сейчас попробуем. Надо закончить промок.
Подождите секундочку. А, раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Я иду тебя искать. С автоматом на плече. С автоматом на плече. И с гранатою в руке. И с гранатою в руке. Автомат повыше спину. Автомат повыше спину. И чеку с гранатой выну. И чеку с гранатой выну. Что под страхом у врага? Что под страхом? Врага. Посидела голова. Посидела голова. Раз, два, три, четыре. Донская селедка лучше в мире. Селедка, мэн. 12 мая. Вы спросите, при чем тут селедка? Вы узнаете только. У нас раскидки по какому-то. Кстати, про Стива Джобса помните? Так вот он умер, потому что селедку не ел, а мы едим. Да, поэтому приходите и поедим вместе. Ну все, я...